Друзья, всем привет. В общем, не удержался, вот любопытство просто капец какое, как же устроен реверс вот здесь вот, в этом редукторе. Поснимал я крайние вот эти вот штуки. В общем, что хочу сказать, вот кручу флянец в одну сторону, да, эта шестерня крутится якобы на меня. Это шестерня крутится от меня. То есть они, валы вращаются в разную сторону. Но когда переключаешь реверс, они меняют направление. Непонятно для меня, как там все устроено. Мне интересно. И, соответственно, кому интересно, смотрите видос до конца. Сейчас вот это все дело раскрутим и посмотрим. В общем, снял отсюда вот эти вот штуки. Они сидят на герметике. По кругу герметик такой плотный. Конечно, разогреть бы. По большому счету, но не хочется мне резак тащить вот сюда. В общем, с этой стороны шестерня и вал. Тут размер, конечно, капец. Примерно на вскидку где-то 25-й вал. Или даже 28-й шестерня. Но похоже, как сателлит в редукторе, такого же примерно, большой, да, куда полуоси вставляются, якобы такого примерно размера, примерно. Вот, это с этой стороны он стоит в сторону блина, а с другой стороны он стоит сверху, поэтому они и вращаются навстречу друг другу. Вот, на герметике, конечно, сидит здорово, еле-еле поотрывал. Там и зубила лежат, и гвоздодеры. Ну, кое-как расколол. Сейчас с этим тоже придется помучиться, потому что тут слишком близко все это дело находится к друг другу. Но я думаю, сейчас раскалю. Здесь оно, вот эти вот, как оно называется, штампы, да? Они вот здесь тоже просверлены, вот они становятся, якобы для центровки, так понимаю. Также точно и здесь. Держится все только на болтах и на герметике. Вот. Как-то так. Все. Раскручиваю, пытаюсь вскрыть. Итак, разобрал я, даже снял одну половинку. Блин, это было непросто, я вам скажу. Тут гвоздодеры. Разодрал все-таки. Герметика здесь прилично заложена. Смазка тоже есть. Смазка. И еще работать и работать смазки. В общем, как устроен реверс, да, вот он рычаг. И смотрите, видите, он переводит здесь между фланцами, вот этими не фланцами, а этими шестернями, ходит такая муфта, что ли, да, видать, она тоже на шлицах, вот здесь на валу, а снизу, ну, конечно, не видно, такая вот переключалка, которая втыкает ее туда-сюда. Здесь это дело имеет форму шестигранника. Вот, оно туда заходит. Там тоже видно шестигранники. И да, шестигранники. И вот так вот оно переводит вращение. То есть вот оно вращается. Сейчас на этой шестерне стоит. Реверс переводится, да? Надо попасть. Во. И меняет вращение на валы. Вот, как-то так. Конечно, здесь все мощно, добротно, если даже использовать в качестве моста, я думаю. Блокируемого моста, да, с заваркой, будем так говорить. То довольно-таки здесь зубы неплохие. Можно попробовать, конечно, все это дело. И она подпружиненная, там пружина. Вот видите, она не попадает, но рычаг подвинуть можно. То есть он идет в напряг. Вот так подержим, да? И когда это дело все становится, да, попадает оно автоматом.
Также и здесь, если вот не попало, оно там подпружиненное, начинает вращаться. И само там заходит. Подшипники здесь, не знаю, похожи на 205-е. Похожие. Везде стоят. Здесь подшипники, там подшипники, здесь подшипники. Все на подшипниках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять подшипников. Вот, как-то так. Ладно. Посмотрели и примерно представили, как это все дело тут работает. Более-менее стало понятно. Все, теперь сейчас это все дело скручу на место и до лучших времен, если никто не купит. А там уже разберемся, куда это дело применить. Как-то так, вот такой коротенький видосик. В общем, собрал все до кучи, как было, поставил их также вверх. Не стал я там разворачивать их, потому что герметик надо было счищать. А так вот он сейчас стал на свое место. Где оторвался, там и стал. Все. Реверс также работает. Видно, да? И там он подпружиненный. То есть, если вот, вот так вот нажать, да, и начать вращать, он туда сам защелкивается. То есть, я думаю, можно как-то на ходу переобуваться по-резкому. Как-то так. Да елки-палки, неудобно. О, раз и стало на место. Ну да, они же там вращение, когда идет машина, разбрасывает. А потом клац перевел. И она уже разбрасывает в другую сторону. По-быстренькому. Поэтому... Вот тут вот такие вот валы стоят. И вот такие шестерни. Все. Потом буду им заниматься. Повторюсь, если никто не купит. Как-то так.